Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и мы продолжаем строить наши какие-то удивительные дома на нашей карте, где мы, в принципе, уже построили очень большое количество всяких домов, да. И сейчас мы будем строить дом, я планирую 10 на 10. Ребята, это, можно сказать, даже будет какая-то импровизация постройки, потому что я вообще не в курсе, что я сейчас буду строить. Я более-менее представляю, какой будет первый этаж, я немного думал, но, честно вам сказать, я не знаю, как будет выглядеть финальная стадия этого дома. То есть, я не знаю, честно. Но, в принципе, если вы сейчас смотрите это видео, значит, все-таки я его выложил. И все-таки значит, что дом удался. А если вы... О, ща, точно. Что-то я... Ну, в принципе, да. Если вы смотрите, значит, я это выложил. Так, ну что, давайте, ребята, начнем. Я знаю... как будет выглядеть более-менее первый этаж, но я не знаю, что будет дальше. Я не знаю, какой будет второй этаж, я не знаю, какой будет крыша, или какой третий этаж, или какой подвал. Просто я более-менее спроектировал первый этаж, то есть я что-то там накидал, знаете, пару блоков и понял такой. Ага, ну, в принципе, вот это у нас будет первый этаж, и все, пофиг, да? Но на самом деле я не знаю, какой он будет, знаю, какой будет... часть первого этажа, но не знаю, какой будет второй и третий этаж. Поэтому, ребята, сейчас мы будем это все планировать. Так. С чего бы начать? О, ну, конечно, с дождя бы начать. Это, ребята, короче, фристайл постройки, знаете, то есть на ходу все придумываем и что как будет, да? Этот дом 10 на 10 блоков. То есть он много места не занимает, да, в принципе. И не то, что много места, и много ресурсов он не занимает, можно и так сказать. Так, тут мы, ребята, заполним это полублоками, потому что снизу у нас будет, можно сказать, подвал, да. Это сначала нужно заполнить все нафиг полублоками. Полублоками, вот так заполнили. И вот тут, класс. Сейчас, как бы тут что-то сделать. Давайте вот так, тут у нас будет окно, да. Допустим, ну фиг его знает как, но сейчас посмотрим. Сначала сделаем вот такие тройные колонны, можно и так сказать, высотой, чтобы посмотреть, какие у нас тут стены и где у нас окна тут будут. Давайте, допустим, тут одно окно. И тут одно окно. Или тут даже вот так может быть. Сейчас мы, ребята, это все будем смотреть. Так, а вот тут, а тут давайте сделаем вот такие два окна, да? Ага, если мы уже это сделали, значит, мы уже можем это все тут закрывать. И я уже знаю, как будет у нас, точнее, высота нашего дома. Этот дом, можно сказать, в какой-то степени коробка, но нет, ребята, все-таки коробки я и так никогда не строю, потому что если я строю, я собираюсь строить что-то очень нормальное, да, потому что, в принципе, многие люди мне говорят, что вот, Эдисон, ты там очень круто строишь, и, в принципе, за что вам реально благодарность, потому что вам виднее, как я строю, что я, в принципе, делаю, да. Ну, давайте сейчас, ребята, посмотрим, что и как будет с нашим домом, какие тут будут стены, какие тут будут окна. Но, как видите, я уже окна делаю черные с оранжевым, то есть полные блоки черного и посередине панели оранжевые, да. А для чего, потом посмотрим. Так, ну что, так-так-так-тара-т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 а-пам-пам-пам-пам. Вот так, я забыл поставить дверь. Вот дверь у нас тут будет. А тут, я не знаю, тут давайте, может, сделаем вот так. Тогда давайте и тут вот так сделаем. Ага, вот видите, уже неправильно. Значит, лучше вот тут все-таки сделать. Это я действительно, ребят, говорю, я в какой-то степени это просто придумываю, потому что я на самом деле до конца даже сам еще не понял, какой этот будет дом. Но я надеюсь, что он вам понравится, и, в принципе, вы действительно поставите за это лайк, да? Так, тут что у нас будет? Нам нужны уже потихонечку, вот, Sandstorm, Sandstorm, че я сказал нафиг, Sandstone, вот эти блоки, да, допустим, это вот так у нас будет, тут у нас вот так будет, 10 на 10, ребята, дом у нас 10 на 10, ну, вот тут я немного выперу, то есть это не считается, можно и так сказать, тут у нас просто будет водичка, да, то есть это можно делать, это не можно делать, это не включает в себя постройку дома. То есть, если вы хотите это сделать, делайте. Если нет, то, в принципе, не делайте. Никто не заставляет, если вы, в принципе, будете вообще строить этот дом. Но, по сути дела, это какого-то большого разнообразия не включает в себя. Но, смотрите, то есть, например, вот тут так как-то...
и вот так, да, там у нас окошко, можно и так сказать. Фу, ну что, ребята, я надеюсь, что мы уложимся в полчаса, то есть полчаса нам хватит, чтобы достроить дом. Я в это действительно сильно надеюсь, потому что я не хочу сидеть тут и не знаю, сколько его строить, да. Второй этажонок, какой у нас будет? Так, сначала, чтобы уже понять, где у нас что будет, давайте, в принципе, уже выложим, можно сказать, пол, да, чтобы уже знать точно, где у нас будет начинаться и где у нас будет кончаться второй этаж. Тут, в принципе, наверное, можно так или, допустим, вот так. Ну, пускай будет вот так, да. Так, как у нас вообще наверх будет подниматься? Фиг его знает, если честно. Если, допустим, вот так, потом... Если вот так, то, в принципе, окно будет закрывать, да, но с этим ничего не поделаешь, немного закроет, да. В принципе, даже так красивее выглядит. А тут будут у нас сундучки, допустим, такой небольшой складик, или даже не сундучки. Ну, фиг его знает. Давайте, может, знаете, что поставим? Может, допустим, Ender Chest. Допустим, если у вас там куча домов, и вы много путешествуете, и вам нужно... Так, тогда давайте. И у вас много домов, да, и, например, вы что-то в одном доме оставили, сейчас в этом забрали. Так. Так, ну что? Или, может, джукбокс поставить? Хотя не, думаю, что не. Не очень он выглядит там. Enchantment? Ну, я не знаю, ну... Да, не, пускай пока что нет. Так, ну тут более-менее так нормально разобрались. Сейчас, на втором этаже вот уже у нас виден, какой у нас будет второй этаж, более-менее, да? Сейчас. Дайте, ребята, я немного разберусь, что у нас тут и как будет. Тут, допустим, фиг его знает. Как-то вот так. А тогда что тут? Ща, ребята. Это нужно смотреть. Нет, тогда тут не очень круто будет. А если вот так, допустим? Ага. Я говорю, ребята, еще даже сам до конца не знаю, какой у нас дом будет. Я еще его, честно, сам не проектировал на 100%. Вот, допустим, тут так, ага. Допустим, да? Тогда тут может как-то... Где у нас это начинается? Вот тут и вот тут, да? Вот так. Тут тогда вот так. Фу, эти лишние, в принципе, блоки, да, они ничего не меняют, можно и так сказать. Вот так. А вот тут, я не знаю, тут можно так сделать. Допустим, где у нас вот это начинается? Вот тут и вот тут, да? Тогда тут, в принципе, тоже 100% нужно. Угу. Ага. Тогда может вот так, что ли? О, да, мне кажется, так лучше будет. Вот так. А вот тут кончено немного смотрится. Ага, может вот так, смотрите. Вот так. Мне кажется, так поприкольнее будет. Вот так, да? Класс. Так, ребят, давайте я все-таки лучше день включу, потому что я ночью не очень люблю строить. Да, в принципе, никто не любит ночью строить, можно и так сказать. Так, это сюда. Давайте, в принципе, тогда вот тут сделаем вот так, да. А как у нас там сделано? Вот так, вот так. Вот так. Ага, значит, тут давайте сделаем... Нет, вот тут. Вот тут сделаем вот так, да. Сейчас. Тут завернем. Вот. Ой, нет. Вот так. Тут нормально... Тут нормально. Тут нет. Тут вот так. Вроде в какой-то степени мы все сделали. А знаете что, может еще... Вот... Нет. Тогда уже лучше вот так, да. Во, другое дело. Вот так. И вот так. Класс. А тут... Ну тут, в принципе, и так не видно. Хотя тогда вот ща. Вот так, да? Как-то в какой-то такой форме. Ну, в принципе, как по мне, то в данный момент нормальный дом. То есть, более-менее получается, мне так кажется. Я не знаю, как вам, но мне в данный момент нравится. То есть, это еще раз, ребят, повторюсь, это небольшая импровизация постройки дома, можно и так сказать. Потому что я, честное слово, ну прям честно, полностью на 100% я его не планировал. То есть...
прям, знаете, финальной версии этого дома я не планировал. Поэтому я не знаю, как он будет выглядеть в конце. Вот, начиная с этого, вот сейчас, когда мы это строим, я уже не знаю, как дальше дом будет выглядеть, потому что вот это я уже не планировал. Честное слово. Поэтому, ребят, я не знаю, что, как он вообще дальше будет выглядеть и будет ли он классным. Так, ну тут, может, я не знаю, может тоже сделать тростник, хотя нет, тут давайте не тростник, а сделаем так, вот это и поставим джунглевское, может, или вот это, пофиг. Не, не очень смотрится. Тут бы что-то другое подошло, если честно. Но что, я не знаю, не имею понятия. Может, ну давайте попробуем тростник, что уж тянуть, да? Так, где наш тростник? В принципе, да, вода нужна. Поэтому давайте зальем воду. Давайте вот так. Я не знаю, ребята. Это уже решайте вы, нормально ли это или нет. Я просто свои идеи какие-то предоставляю. Это все 10 на 10 дом. Это дом 10 на 10. Это уже просто декор, то есть он не составляет никакого дополнения к дому. То есть это хотите делать, а хотите нет, можно и так сказать. Так, сейчас. Вот так. И вот тут тоже вот так. Пускай будет. Фух, сколько мы уже строим? Мы уже достаточно долго строим. Тут давайте, в принципе, продолжим. Ой. Вот так, вот так. Этот дом не похож на все остальные. То есть это я даже не знаю, какой это стиль. Просто знаете, что в голову, можно сказать, приходит, то я и строю. То есть дом не планирован, дом ничего не записан, не построен. Это первый раз он строится, можно и так сказать. Второй этаж, ну как-то вот так он будет. Это все 10 на 10. То есть это не выпирает на 11, это не выпирает на 11, это не выпирает на 11. То есть тут у нас, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Этот как 9, а вот этот как 10. И с этой стороны то же самое. Это все 10 блоков. Так, сейчас, вот тут. Если вот так смотреть, допустим, да. Тут, в принципе, можно уже поднять. Вот так. 1, 2, 3. Тогда на 3 только, да? Так же, как и на первом этаже. Круто. Так, дальше. Тут. Ай, сейчас. Тут точно так же поднимаем. Как-то тоже на 3. Нет, давайте уже тогда на 4. Вот так. С этой стороны, тогда вот тут, да? Как у нас тут? С этой стороны, да, вот тут у нас стоит. Фу. Так. Сейчас поднимаем вот тут. Вот тут. Вот тут. Вот тут. Тут у нас будет выход на такой балкончик. Только я не знаю, как он. Какой у нас вообще будет. Допустим. Давайте тогда тут вот так сделаем как-то. Сейчас. Это тогда давайте вот сюда возьмем. Как у нас тут будет? Сейчас. Дайте я еще возьму глаз. Вот это вроде. Нет, не вот это, а вот это вроде панель. Сейчас. Как-то мы сейчас что-то придумаем. Как у нас там? Нет. Сначала черный, потом вот этот, и потом опять черный. И вот тут. Как-то вот так. Хотя это, в принципе, мне кажется, даже очень высоко будет. А если, например, вот тут. Ой, не так поставил, вот так. Нет, это очень низко будет. Вот так, да. Ой, да что ты так ставишься? Вот, отлично. А тут, знаете, давайте 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Вот так. Сейчас возьмем полублоки. Где они? Полублоки, полублоки, полублоки. Где они нафиг? Я что-то или их не вижу. А, вот они. Так. Воду можно уже убрать. Опа, опа, опа. Это все нужно тут закрыть полублоками. Так, 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 так. Отлично. Может как-то вот так, что ли? Я говорю, вот это я еще сам не знаю, как это все будет, потому что это я не планировал вообще строить. В смысле, я даже не думал, что тут будет на втором этаже. Тут, в принципе, можно так же сделать, как и на первом. То есть симметрично,
как тут, так и тут, но тут только на один блок выпирает сюда, да? А тут... А что тут сделать? Тут может, знаете... Может так же сделать, как и там. То есть тут он... Нет. Хотя где у нас это должно быть? Если тут начинается... Да, нет, давайте где-то вот тут и вот тут. Хм. И с этой стороны точно так же, да? Где-то, ой, где-то вот тут и вот тут. А с этой нет. Фу, ну что? Один. Один. Тогда с этой, в принципе, тоже так должно быть, чтобы было красиво. А, нет, нет, нет. Тут же, сейчас. А, давайте вот так, так еще лучше будет. Вот, точно. Вот так, да? Так же, как и на первом. Угу. Класс. Мне нравится, честно. Мне кажется, дом, в принципе, прикольный. Так, тут... Ой, нет. Один, два, три. Один, два. Один, два, три, четыре. Но высота должна быть три. Вот так. Сейчас. Вот так, вот так, вот так. Мне кажется, много окон. Может, можно даже вот это закрыть, то есть... Мне кажется, действительно, можно даже вот это окно закрыть. Или вот так оставить. Во, точно, так еще прикольнее. Ага. Сейчас. Какой у нас этаж будет, я вообще не имею представления. А знаете что, ребята? А знаете что? А давайте мы сделаем крышу стекло. В том смысле, что у нас будут звезды там. А как бы это сделать? Сейчас, 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 сейчас. Давайте вот так. Нет. Хотя... Допустим. А тут... То есть темное такое стекло не очень даже из-за... Ну, в смысле заметно, но все же... темно даже со стеклом. Поэтому, в принципе, оно так и нужно. Ага, ну, в принципе, нормально, мне это кажется прикольно. Тут можно, я не знаю, может так сделать. Вот так. Вот так. Вот так, чтобы поменьше стекла было. А так, в принципе, прикольно, да? А тут посередине сделать... Посередине сделать, сделать, сделать... Где наша лампа? А, вот она. А, посередине сделать у нас вот так, да? Сейчас мы вылетим сюда. И тут поставим вот так. Это, в принципе, нужно бы закрыть. Как-то вот так, что ли. Ну, тут видно. А если тут видно, значит мы сделаем вот... Ой, значит мы сделаем вот так. Ага. Сейчас. Как... Вот тут я не знаю, как бы полублоками вот это все обустроить. Может... О, может вот так? То есть, ща. Ща, ребята, мы что-то придумаем. Это фристайл. Это все на ходу придумывается. Действительно, ребят, вот это сейчас, что я строю, это можно сказать... Так, сейчас. Пока не отвлекаюсь. Это сюда давайте поставим. На один дальше, на один дальше. С этой стороны тогда точно так же. На один дальше от этих окон. Вот так. Вот тут я не знаю, чтобы... Тут, честное слово, не может... Нет, тогда вот это глупо выглядит. А если вот так... О, точно! То есть оно пробирается отсюда до сюда. Ага. А может... Может тогда уже и вот так делать? Хм. В принципе, прикольно. Сейчас. Тут я не знаю. Тут, в принципе... О, точно! Может, давайте, типа, знаете... Оно как-то... Оно как-то отсюда растет, с крыши, можно и так сказать. Как-то, знаете, с крыши, то есть растет вот это. Как-то вот так. И, в принципе, сейчас мы возьмем. А где вот это? Где вот это, как ее? Просто этот текстурпак, я не знаю, как что тут выглядит толком. Вот она. Да еще, в принципе, и такой темный, знаете, толком не видно. Тут оно не будет расти. Вот тут можно. В принципе, где-то вот тут можно.
А вот тут, знаете, может вот так как-то. Да, вот так. Класс. А с этой стороны, знаете, что мы сделаем? С этой стороны тоже мы вот так сделаем. Вот так. То есть подвал там у нас будет. Круто. Дом простенький и, в принципе, можно сказать, даже прикольный. Фух. То есть отсюда, знаете, как бы плантация что-то растет, можно и так сказать. Сейчас. А что у нас тут? Что у нас тут? Ага. Ну, тут, в принципе, тогда лучше вот так сделать. Или сейчас, дайте-ка мы, ребята, еще что-то проэкспериментируем. Хотя нет, тогда тут будет вот эта хрень. А если вот так, и вот тут завернуть. О, круто. В какой-то степени вот так. Тогда, в принципе, может и тут завернуть как-то. То есть посередине, да, вот так получается. Ну, допустим, пускай будет вот так, да? Как-то мы завернули. И вот такой у нас домик получился. Но, конечно, он еще не достроен. Это еще нужно сейчас что-то придумать, как бы его полностью достроить, да? Допустим, да? Мы заходим в дом. Тут, я не знаю, может... Это нужно, не нужно? Хотя, я думаю, вряд ли. А хотя, если вот так, если вот такушки, вот такушки. То есть мы так заходим тут в дом. Тут бы где-то свет поставить. Может. Вот твою ж нафиг. Может свет поставить. Ой. Вот так, да? На входе. Это мы удаляем. Ой, это мы удаляем. Берем двери. Двери у нас вот эти, деревянные. Вот так. Мне кажется, прикольно. Сейчас. То есть, вот так у нас дом. Хотя нет, не вот так. А вот с этой стороны он же вроде должен быть. Вот так должно быть. Да. С этой у нас вот так. И с этой у нас, в принципе, тоже вот так должно быть. То есть в эту сторону. Ага. Круто. Дальше. Дальше мы заходим в дом. Вот зашли мы в дом, да? Сейчас, что сюда можно ставить? Хотя нет, мне кажется, это тут мешать будет. Ну, кухня, то есть, знаете, как-то в доме я не хочу вот этим всем заниматься, потому что в доме вы можете сами смотреть, как вы хотите вот это все поставить. В доме это на ваш выбор, если, например, вы будете строить этот дом, то что поставить внутри, как это сделать и куда лучше разместить, вы, в принципе, должны смотреть сами. Я накидаю свои варианты, что я могу посмотреть. Я не знаю, что еще тут можно поставить. Это, ну, в принципе, эта колонна пускай будет. И знаете, так, хотя нет, 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 нет. Сюда мы не будем ставить глоустоновский блок, потому что там у нас подвальчик будет. А как в подвал спускаться? В принципе, может вот тут сделать такой спуск. Или нет, или вот тут. То есть, знаете, в конце, точнее, в этом углу. Ой. Вот так. Чтобы он не мешал, можно и так сказать. А тут тогда не будем ничего делать. Тут. Тут, может, я не знаю, честно, поставить какие-то коврики, что ли. То есть, чтобы было видно, что там есть кухня. Нет, это сюда, вот так. То есть тут такая кухня, тут можете верстак, можете тут ставить что хотите. Допустим, я не знаю, можно еще даже поставить. Можно еще даже поставить вот это, еще один цветочек такой можно нет. Хотя фиг его знает, что сюда можно поставить, честно. Честное слово, что фиг знает, что сюда можно. Давайте башкенцию. Опа! Красавец какой. То есть башка тут в этом текстурпаке настолько как-то глупо выглядит. Хотя нет, не будем это всем засорять. То есть кухня, как хотите, так тут и делайте. Ставьте, что вы, в принципе, хотите. Ух, ни хрена себе картиночка. Вот так. Так, сюда. Опа, а так еще круче. Тогда тут, я не знаю. А тут, в принципе, тоже пускай будет, да?
Или... А почему я не могу вот это поставить? А, потому что вот это... Ага, ну понятно. Поэтому не будем мы тут ничего ставить. Пускай будет вот так, да и все. Фу, факелы. Может еще где-то парочку факелов поставить? Допустим, вот тут, да, чтобы было светло. Фу, так. Тут более-менее разобрались. Что вы хотите, то вы, в принципе, дальше ставьте сами. Тут еще, знаете, может... Может... Я не знаю, нет, это будет лишнее. Вот и второй этаж у нас. Тут много стекол, прям настолько, что с ума сойти. Стеклянная крыша. Может как-то, чтобы уменьшить вот это все пространство, чтобы казалось, что тут меньше стекол. Может как-то вот так. Ага, значит там уже не остается. Ладно. Сейчас тут у нас кроватушку где-то поставим. Вот тут по центру. Сколько мы уже строим? Ребят, мы уже до хрена строим. Нужно как можно быстрее заканчивать. Вот так. Сейчас. Тут, чтобы поставить. Может какой-то... Вот. Нет. Давайте, знаете, с какого... Давайте... Брик нет. Сандсторм нет. Какой сандсторм? Сандстон. Сандсторм. Вот. Может, джанглийское дерево? Как-то вот так. Тут, то есть, сейчас мы поставим книжные полки. Тогда вот тут уберем. Возле кровати, да, книжные полки можно и так, и как-то вот так поставить. Уменьшить чуть-чуть вот эти стекла, чтобы не казалось, что тут так много стекол. Как-то вот так. А тут по бокам поставить цветочечки. Допустим, вот так, вот так. Взять какие-то цветы. Вот так. Опа, опа. Ага, круто. Я тут много запариваться не буду, ребят. Я уже сказал, почему. В принципе, потому что уже и серию нужно заканчивать потихоньку. Вот так у нас будет. Или, в принципе, вот так даже можно. То есть отсюда мы заходим, выходим. Тут я не знаю, что. Как-то вот так, да, чтобы было. А сюда... Сюда я не знаю. Вот сюда, прям честное слово, я не знаю, что можно поставить. Вот, хотя нет, зачаровалка тут глупо будет выглядеть. А тут тем более. Ну, в принципе, давайте поэкспериментировать. Может землю поставить. Ой, может землю поставить. Потом сюда. Вот это поставить. И на землю. На землю, на землю, на землю. Вот так, вот так. Мне кажется, круто. Тут, 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 тут. Тут может коврик тоже какой-то маленький. Вот так. Тут, в принципе, я не знаю, может это убрать. Тогда уже лучше вот так полностью. Тогда уже и вот тут лучше вот так. Это бы я убрал, но там откроется вид, в смысле, это будет заметно с другой стороны, если мы вот эти блоки сломаем и заменим. В принципе, будет пускай вот так. В принципе, вот такой домик, не очень большой, но все же уютненький, можно и так сказать. И с крышем. И с крышей, то есть стеклянной, да? Вот сюда мы спускаемся, потом спускаемся сюда. Тут еще нужно вот это расчистить. Так, ну что, ребята, вот я расчистил. Теперь давайте вот этим. А вот тут, снизу, вот этим. Это у нас подвальчик. Круто. Тут, чтобы место было больше. В смысле, чтобы не было видно вот эту фигню, да? Тут, допустим, давайте поставим. А почему я сюда вот это не могу поставить? Бред какой-то. Ну да ладно. Ага, хотя нет. Тогда может... Опять я двери эти... Да ну нафиг, а? Сейчас опять нужно будет двери ставить. Какой уже раз мы их переставляем. За того, что они выпадают нафиг. Я и так не могу. Ну, в принципе, да, это же не сочетается, можно и так сказать. Поэтому вот так поставим, да и все, не будем париться. То есть продолжение тут начало другого. Тут я не знаю, какой бы пол поставить.
в принципе, наверное, такой же, чтобы не изменять традициям. Sandstone. Сейчас мы это быстренько поставим. И все. Вот это еще как-то. Как-то вот так. И тут у нас склад. То есть можете расставлять сундуки, как имеете желание. То есть вот так. Вот так. Вот так. И, в принципе, можно еще и вот тут поставить. Или, например, даже вот так. А тут посередине ставьте, в принципе, что хотите. Те же декорации, что мы ставили. Допустим, вот так, вот так. Хоть тут нет. Вот так. Там, в принципе, тоже нет. Ну, как-то вот так. А тут, в принципе, окошко вот такое, да, и все. Вот так, вот так и вот так. Много цветов будет, но все же. Вот так, допустим. И вот так, вот так, вот так. Хотя с этой стороны нет, потому что тут будет мешать открыть сундук. А вот тут, в принципе, можно. Тут, допустим, вот это возьмем. Тут так. Ага, тут нельзя поставить. Тут вот так. Тут вот так, да? Ух ты. А тут еще, смотрите, в принципе, это пробивается, это не очень круто, но зато, смотрите, как мы это распределили. С одной стороны, я это не продумал, но с другой стороны, это классно получилось. Потому что даже с подвала вы сможете открыть верстак, который стоит у нас на кухне. В принципе, даже это не мешает, а как раз отлично стоит тут. Ну, вот так у нас получилось. В принципе, я знаю. Хотя нет, пускай будет вот так, ребята. На этом мы заканчиваем эту построечку. Я надеюсь, она вам понравилась, потому что, в принципе, она действительно получилась такой, ну, неординарной, не каким-то обычным домом, а для любителей, то есть каким-то специфическим, можно даже и так назвать. Мы долго ее строили, и, то есть, я долго ее строил только потому, что я не знал, какой она будет. Я, можно сказать, придумывал вот это все на ходу. Ой, что-то я сломал, нет? А поэтому получилась она у нас вот так. Вот так, давайте облетим, посмотрим. В принципе, 10 на 10 дом. То есть 10 блоков на 10 блоков. Не выпирает даже ни на один блок. Это все 10 на 10. Не 10 на 11, а 10 на 10. Вот тут, да. Вот тут это уже 11. Хотя нет. Нет, вот это 10, а вот это 11. Ну, это, в принципе, можно убрать и тоже вот так поставить. Но я просто поставил, чтобы смотрелось нормально, да? Пускай. Ну что, ребят, на этом мы заканчиваем. То есть я надеюсь, вам понравилась эта построечка, и вы поставите за нее лайк, потому что я действительно очень старался. Я надеюсь, что вам тоже нравится разнообразие, не только играть в Пиксельмон или еще во что-то, а также построить что-то классное. Я надеюсь, вам это понравилось. Поэтому, ребят, заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.